Друзья мои, напоминаю, что у нас открыта вакансия в таксопарке «Такси Хайп». Очень много водителей доверились нам, работают у нас на самых выгодных и шикарных условиях. И сейчас как раз то время, когда можно очень неплохо заработать. Ссылочка на WhatsApp будет, как всегда, в описании. Приходи! Только сегодня и только сейчас аттракцион невиданного... Вы подумали, щедрости нет, невиданного желания с моей стороны в очередной раз взять вершину романтического Эвереста, заполучить все-таки долгожданный приз, как когда-нибудь это произойдет, друзья мои, вот когда-нибудь это точно произойдет. Я прям вот покажу все на радостях, вот все, все, что вы, все, что остается за кадром, я все покажу. Прям обещаю. Я очень надеюсь, что это произойдет именно сегодня, если патруль-матруль меня не за мной. Значит, все, ждем мою красавицу, а она сегодня... Не буду я очень таким... Буду классиком, да? Кино, домино, казино и, как говорится, в дамке. Но только без казино, потому что у нас... Они закрыты давным-давно. Все, ждем. Там осторожно, сможешь залезть? Тебе рука не нужна? Нормально все? Привет. Да. Все, чпок, как ты доехала? Чпок, да, зачем я чпок сказал? Ну, почему-то я последнее время пытаюсь это самое, да неважно, озвучивать какие-то, озвучивать звуки, что я несу. Это все нервы. Несмотря на то, что у меня уже почтенный возраст, я все равно тоже нервничаю. Я старый. Меня девушки не любят. При виде красивых девушек. Здравствуй. Да, моя прелесть. Как ты себя ощущаешь в этом мире, этой весной прекрасной, ой, этим отличным маем? Праздники. Праздники, да. Прекрасные, да. Загорела уже? Да, я загорала, сейчас в Сочи поеду. А, ничего себе. Класс. А я думал, что ты в Питере загорела. Ну, в Питере, а там один день был. Ну, ты успела загореть, да? Как раз именно по этому моменту я хотел тебе, знаешь что, у меня на самом деле были планы, я был уверен, что уже в середине мая, уже будет хорошая погода, и мы с тобой сможем на кораблике покататься. Сейчас, да. Будет хорошая погода, да. Ну, сейчас не будет, я смотрел на сегодня прогноз, я тебе клянусь, там все плохо, там прям дождь, грязь, мразь и все такое. Через 5 дней будет хорошая. Думаешь, посетим? Давай посетим. Да, давай. Подождем, да? Нормально. Помедитируем. 5 дней не такой уж большой срок. Ну, да, нормально. Слушай, нет, погоди, я вспомнил, у меня же дела завтра. Я не могу. Давай все-таки сегодня что-нибудь решим. И у меня есть к тебе невероятное, суперическое, офигительное предложение подкупающее своей новизной. Прям ты нигде такого не слышал, да? Я клянусь тебе, да. Давай. Я предлагаю пойти поехать в ресторан, а потом поехать ко мне музыку послушать, в плойку поиграть, в PlayStation. И я последнее время увлекаюсь массажем. Я прям такой массаж тебе сделаю, от которого... Прям массаж. Прям крутой, ну. Прям, ну, я себе даю такую оценку, типа я очень крутой. Поэтому вот такой план... Какой будет твой положительный ответ? Да или поехали? Да не. Как нет? Ну так, ну не. Ну, в ресторан можем съездить, и так еще. Нет, погоди, ну... А зачем в гости? PlayStation хорошо, конечно. Вот. У меня свой есть. А, у тебя свой есть? Ну да. Слушай, но однако ты никогда не играла в PlayStation со мной, а я тебе могу сказать, что игрок из меня... Да, точно. Я могу пару раз доставить мяч в ворота, если мы будем играть в FIFA. Или FIFA, как тебе нравится будет? FIFA, да. FIFA нравится? Так и поиграем-то. Ну что, нормальное предложение? Да нет. Почему? Зачем? Не хочу. Как зачем? Ну ты понимаешь? Понимаю что? Понимаю что? Я не езжу в гости. А, что случилось? К незнакомым мужчинам. Только, но, я не такая. Конечно, вы не такая, вы что?
Опа. Еще. Так мы с тобой уже, блин, ты что? Да мы с тобой почти мы родственники уже. Мы общались только в интернете. Ну. Ты что? А что, а сейчас уже 10 минут что почти такие сидим. Что ты говоришь мне? Да перестань. Плохо ты. Мне стало все. Аж почему? Да перестань. Ты говоришь, я в гости. Ты что, ни разу в гости не ездил? Нет, только к друзьям езжу. Офигенно. Mm-hmm. Все бывает, знаешь, в первый раз. Дружком. Поэтому предлагаю тебе поехать ко мне. Не, ну не могу. Почему? Я вообще того, девочка. Ну я вижу, что ты девочка, а не мальчик. Не, ну девочка, в смысле девочка. Ну типа, девственница. Ты меня разводишь. Не-не-не, серьезно. Серьезно? Да. Спасибо тебе, Господи, за этот подарок. Я благодарю тебя. Не зря я переводил в какой-то фонд 100 рублей по телевизору. Видимо, меня за это благодарят. Ну, это отлично. У меня подружки еще есть такие. Не, ну, меня подружки сейчас мало интересуют, а вот ты меня вообще очень сильно сейчас заинтересовала. Ну, так вообще, вообще классно. Ну, не-не-не. Да не, а что нет-то? Смотри, я опытный, взрослый. Это почти 100% тебе то, что надо тебе. Это... Я жду своего единственного. Ой, да перестань ты. А представляешь, если единственный не оценит? Я вот сама не оценит. Оценю. Или он окажется козлом, этот единственный. Я сама оценю, если что. Смотри, я вообще прекрасный парень, я тебя уверяю, во всех смыслах. Нет, серьезно, правда. Лучше, мне кажется, варианта на первый раз тебе вообще не найти. Присмотрись. Не, ну как бы я найду уже. Не обессудьте. Молодой человек. То есть ты хочешь сказать, что у меня прям категорически нет шансов с тобой? Не, ну есть, конечно, надо погулять. Ну, возможно, есть, нет. Вообще погулять? Нет, как? Погулять. Так, давай. Отдохнуть, там, не знаю, пожениться. Ну, даже не знаю, надо цветы, конфетки. Это надо записывать, видимо. Ну, давай, цветы, конфетки, что еще? Острова, Мальдивы. О, ничего себе. Сумочки. Сумочки. Да. Гуччи. Да. Да. Гуччи, Хируччи. Хируччи, я Валенсиага. Понял. О, нифига себе. Так. И все, и потом можно детей рожать, и все, и вот у девственницы лишаться. А как долго-то это все продлится? Ну, просто, чтобы я понимал, хватит ли у меня финансов на эту всю историю, и получу ли я заветный приз в конце. Не знаю. Ну, то есть все будет зависеть от моих усилий, видимо, да? То есть насколько Гуччи зайдет. Да. Потому что Гуччи же может и не зайти. Да. Баленсиага тоже. А на Мальдивах. А на Мальдивах может быть такая же ублюдочная погода, как в Питере. На Мальдивах-то точно не будет такой погоды. А сейчас, кстати, там не сезон. Да. Да, сезон-то у них зимой, а сейчас-то не сезон, не дожди. Ну, все равно солнышко светит. Я понял. Ну и само название Мальдивы уже как бы располагает к тому, чтобы чуть-чуть приблизиться к заветному. На Бали, когда не сезон, нормально все. На Бали, когда не сезон, нормально все. Да, поэтому, значит... Слушай, на Мальдивах, значит, хорошо. Ну, подожди, хорошо, я уже в голове примерно это все прикинул. Я тебе могу так сказать, у меня тяжело со временем. Ну, прям как у всех занятых людей, у меня нет возможности. Я не веду такой, знаешь, раздолбайский образ жизни прожигателя. У меня до хрена занятости, я не могу себе позволить. Но мне очень хочется сорвать этот цветок. Не надо такие грустные глаза делать. Прям очень хочется, понимаешь? Возможно, в моей жизни это последний шанс. Поэтому, погоди, не говори нет. У меня есть... Я просто вспомнил, что у меня есть вот 300 тысяч проходных билетов. Я предлагаю... Держи. Я предлагаю тебе эти 300 тысяч рублей. И мы едем ко мне. Ну, даже не знаю. Чего? Как тебе? Как? Ну, чувствуешь пачка какая? Ну, получше уже тебе себя чувствуешь? Уже ближе? Ближе я вот в этот концертный зал этот, нет? Не ближе? Не ближе. Не, ну все-таки давай, 300 тысяч. Да нет. Точно? Ну, хотя... Дай-ка... Нет, вот так, спокойно, я тут кое-что вспомнил просто, секундочку. А, знаешь что, я вспомнил, что как раз сказал, что у меня завтра же дела, да, и мне сегодня нужно эти деньги пристроить. Но я сейчас примерно прикинул, что... вот этого вполне должно хватить, ты просто пойми, да, во-первых, тебе окажет услугу охрененный чувак, плюс тебе 5000 рублей, купишь себе поддельный Гуччи. Чего? Порадуешься? Как тебе? Это что такое? Это тебе... Это что такое? Ну, это вот мой... Чего? Ты охренел? А что такого? Все. Нет, пошел ты. Куда? Далеко. Ты уверена? Конечно, уверена. 5000 рублей, а ты сколько хотел? 10 миллионов? Ну, давай, пока. Хихеньки да хахоньки, друзья мои, девушки, напишите мне, кто...
хочет заработать 5000 рублей. И у кого еще не было, не было массажа? Вот, скажите мне, пожалуйста, я делаю отличный массаж. И плюс не вы мне заплатите, а я вам заплачу 5000 рублей. И у меня есть PlayStation. Пишите в комментарии с номерами телефонов, конечно. Вот, я буду... устроим кастинг. Знаете, я в каких-то фильмах видел для взрослых, там какие-то кастинги устраивают. Вот, а мы с вами в PlayStation поиграете. Мы с вами в PlayStation поиграем. Короче, зажрались нынче девочки с несорванными цветочками. 5 тысяч уже не бабки, 10 миллионов подавай. Но 10 миллионов, я могу так сказать, я бы за 10 миллионов... Я даже не представляю, хватило ли бы у меня здоровья на девочек, бюджет которых составлял бы 10 миллионов. Не знаю. Думаю, что вот не хочу хорохориться, но вряд ли. Поэтому надо, друзья мои, все-таки вот знать меру. Вот понимаете, знать меру. Я, во-первых, попало что-то, хотел сказать прекрасен, но, видимо, вселенная мне говорит, ты не зарывайся. Я симпатичный, хорошо. Симпатичный. Ну, мне мама так говорит. Мама говорит, что я симпатичный, я же не могу не доверять маме. Вот. Я состоятельный, как мы выяснили. У меня есть 5000 рублей. И я готов вскрыть этот ларец. Поэтому считаю, что лучшего варианта у нее уже и не будет. А еще мне интересно, если кто-то из вас, девушек, напишет, может быть, вы в таком же положении, и вот тоже в какой-то момент вы решили, что нужно подороже продать свой потенциал. А может быть, есть те, кто промывает, я не знаю. А вдруг, вот, даже она, например, я не знаю, но вдруг, да, она каждый месяц восстанавливает себе, так скажем, то самое и продает за хрен знает сколько бабла. А может быть, и не бабла, а Баленсиаги, Мальдивы и тому подобное, да? Ведь, я так понимаю, это можно делать бесконечно, вечно, да? Блин, а неплохой бизнес? Вообще отличный, друзья мои. Да, особенно если у тебя бэби-фейс. Да, что ты такая постоянно молодая, ты там до тридцатки можешь спокойно имитировать первый раз в первый класс. Короче, блин, не мой день сегодня опять. Видимо, все-таки мне нужны не вот такие вот, а какие-то отчаянные, которые типа, фу, 5000, Женек, оставь себе, вот тебе единица, лишь бы ты со мной поехал. Я такой, вот это поворот. А я еще поломаюсь, я скажу, ой, не такой. Я, между прочим, еще ни с кем, ни. Скажет, ё-моё, вот это да. Твоя фамилия часом скажут, не Вассерман. Ладно, может и Вассерман нам привирает. Создал вокруг себя, понимаешь, этот культ ни разу. А сам там проветривает юбки знатокам передачи. Своя игра. А там мантии проветривает. А может и нет, может зря наговариваю. Ладно, хрен ты с ним, как говорится. О господине Вассермане нужно подумать и о себе. А что подумать, что спрячу-ка я до лучших времен этот пятачок. Возможно, найдется та, которая скажет, Женек, чисто символически. Я возьму, конечно, чисто символически. И все случится. Ладно, пожелайте мне удачи. Пожелайте мне удачи в просмотрах фильмов категории XXL и одиночество. А сегодня у меня будет именно такой вечерок. Опять? Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье. Yeah.